Набор резидентов продолжает первая в регионе государственная коворкинг-площадка. Находится она в Центре поддержки и развития предпринимательства. Здесь безвозмездно предоставляют интернет, рабочее место и оказывают полную юридическую поддержку. Инкубатор для предпринимателей сегодня посетил губернатор края. Вениамин Кондратьев пообщался с первыми резидентами. Наш проект «Альтернативная энергетика» на Кубани, считаю, что это просто очень перспективно. Альтернативная энергетика, на самом деле, это сегодня то направление, куда мы должны не идти, мы должны ломиться. Потому что сегодня дефицит энергии, он сегодня ощущается, в том числе и на тех проектах, которые сегодня мы уже хотели бы реализовать. Мы разработали проект мобильной автономной ветроэлектростанции, то есть, которая может базироваться на вездеходных шасси, то есть гусеничных, колесных. Давайте-ка это будет опытный образец, который можно посмотреть, пощупать. Посмотреть на его результаты, мы к этому разговору вернемся, и тогда помощь может быть более существенной. Сегодня в первую очередь нужно бизнес заинтересовать вашей идеей, и тогда на самом деле она может продаться уже сразу. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы она была не просто прожектом, а проектом, который, естественно, реализуется и принесет прибыль, в первую очередь, бизнесу, и неважно, региону, ну, конечно же, и вам. Чтобы стать резидентом деловой площадки, необходимо иметь зарегистрированное юридическое лицо или быть индивидуальным предпринимателем не дольше 3 лет. Места предоставят тем, чьи бизнес-идеи пройдут конкурсный отбор. Из 26 рабочих точек заняты уже 11. Кроме этого, здесь же работает школа молодого бизнесмена, где своим опытом со всеми желающими делятся реальные предприниматели.